Хей-хей, с вами Вангай, и это мой видеоблог. Я видеоблогер, мы находимся на Ютубе. Почему не видеоблог? Сейчас мы находимся в моей комнате. Это моя комната, это моя кровать, где я сплю. Я начал с нее, потому что, собственно, с чего начать? Начнем с моего рабочего места. Здесь я работаю, у меня здесь есть все, что надо для работы. Мышка, клавиатура, чудесное освещение. Как же я его сделал, да? Собственно, очень просто. Давайте же заглянем, что там на самом деле происходит. Давайте посмотрим. И там... И это очень сильно украшает комнату. Эта комната была абсолютно пустая, она вообще была голая. Я сюда приехал и отчаялся. Но если бы не одна ситуация, если бы не одна удача, которая произошла в моей жизни, о которой я вам сейчас расскажу. Арендовал я, значит, всех халабуду новую. Ничего особенного, хата 3 квадрата. Да вот только стены лысые, как, блин, сосед Андрюха. Нигер, помоги мне, сделай что-нибудь. What fuck, man, very shit, хата, very shit, хата, man. I want to be your хата. Если думаешь, ты плох, и по жизни лох. Мы прокачаем твою хату, скажи нам координаты. Ты хату прокачай. Еда. Ты хату прокачай. Я бы не сказал, что моя комната самая уютная, но я старался как мог. Я думаю, вы уже заметили, что у меня здесь нет шкафа. Где же моя одежда хранится? What fuck? What? Вот мои любимые обои, которыми я пользуюсь. Hi, hi. Io. Skinny. Dozo. Ку-ку, я здесь сижу, пишу мой трек. Вот так вот он выглядит. Нифига себе. Oh my fucking god. Did you see that? Oh my. Это бас. Это бас. У меня здесь огромная пустая стена. Я пока что не знаю, что здесь будет, кроме как рамка из Икеи. Я специально не стал вставлять сюда никакую картину. Я подумал, оригинально будет оставить просто штрих-код, чек. И вот в том виде, как она была в магазине, так и повесить. Мы прям нашли фудкорт и сейчас пойдем кушать. Приятного аппетита всем, кто будет сейчас кушать вместе с нами. Видеосъемку? Да, красиво. Ну тогда выключим. Да. Давай запрыгнем в автобус, вот куда поедет, туда и поедет. Погнали. Погнали. Как это? Чё вообще? Вау, блядь. Арест. На Арбат, значит, нас автобус привез, и мы сейчас идем по новому Арбату и ищем что-то новое. А ты рекламируешь что? Микерская контора. А ведь это запрещено, ты знал? Это запрещено. 500 рублей тебе сможешь поставить. Взятка, взятки дают. Кто-то очень счастлив, не тая. Кто-то счастлив, плохо то, что не я. Браво, природа, ты как всегда прекрасна, браво. Время 18:36, как раз темнеет. А солнце садится у нас сегодня во сколько? 18:37. Ну вот мы уже и дома, это был замечательный влог. Я рад, ребята, что вы его посмотрели. Ах, да. Куда вы смотрите? Пройдемте, пройдемте. Фантастика! Это просто... Просто идите нафиг, я играю. Ой, все.
чё? Чё с говно? Зачем ты включил свет? Здесь же вообще убого без света. С обычным светом эта комната выглядит вот как-то вот... Вот так. Как-то вообще просто комната. Типа вообще... Самая обычная. Коробка белая. Знакомьтесь, это Румба. Мой личный робот-пылесос. Румба, скажи привет гостям. Она учится еще он. Что он хочет делать? Что он надумал? У него нож, осторожно! Уходите! Нет! Поздание машин, роботы едут! Нет, нет, он найдите! Что делает? Меня тут спрашивают про одну персону, с которой я запустил фотографию у себя в соцсетях. Ну, что ж сказать, ребята, я сфейлил, я затупил, ну, не подумал я, что могу создать такую хайп-реакцию, и что я самый популярный чувак ВКонтакте после Дурова. Ко мне сегодня подошли ребята. Не Вангай? А, здорово. Давай, смотримся, чё? Нет, ты чё это? Братан, ты чё? И спросили про взломать блогеров. Упрекнули меня в том, что, цитирую, вышло говно, и я взял себе очень много денег. Я с этого не получил ни копейки. И знаете, что они мне на это ответили? Ну и лох. Предложили мне сняться в фильме Тимура Бекмамбетова. Боже, меня покажут в кино. Конечно же, я согласился, я как любой ребенок горел попасть в кинотеатры. Мне предложили сценарий, я почитал. Все отлично, сценарий как сценарий. Но, а то, что вышло... Мне так понравилось снимать влоги, давненько я этим не занимался, и я буду почаще это делать. Мне ага, конечно. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте уведомления, там все вот эти вот штуки, что YouTube сделал. Подписывайтесь, лайки, комменты. Я с вами не прощаюсь, до скорых встреч, а с вами, как всегда, был Ивангай. Всем бай-бай. Еее, Ивангай вышел влог, вау, нифига себе, наконец-то! Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь, если что, он выглядит, будто палец, который направлен вверх. Быстро подписался!